Анатолий Эдуардович, будет ли в группе компаний Skyway введен единый реестр совместно с инвестиционными фондами, чтобы акционеры, которые инвестируют через фонд, были уверены в том, что они приобрели акции группы компаний Skyway? Да, эта работа ведется сейчас, такое будет. Общий реестр в группе компаний. И сейчас завершается реструктуризация, она заняла тоже 9 месяцев, это тоже большая работа проделана. И создан сейчас холдинг, вот буквально сегодня мы уже получили последние документы. Я основной акционер этого холдинга, и поэтому, естественно, меня тоже волнует как акционера, как он будет работать. И в том числе там мои акции, а не только акции других. И все будет прозрачно. Сейчас будет идти переоформление акций на акции уже холдинга, потому что до этого акционеры, и я, собственно, тоже как акционер, пришли в компанию, зарегистрированную в Великобритании. Мы планировали через Великобританию работать. И поскольку было создано 4 компании в Великобритании, в логике на каждый континент или группу континентов своя компания, поэтому есть Евразия Railway System, Евразия, да, есть Африка Railway System, есть Австралия, есть Америка, вот 4 компании. И мы не могли выводить на рынок все 4 компании, инвестиционный рынок, а выводили только одну компанию, Евразия Railway Systems. Но это была часть холдинга, это не весь холдинг, и поэтому инвесторы, которые приходили в эту компанию, они как бы получали долю только на один континент фактически, Евразия, на Евразии, да? А я обещал инвесторам, как основатель холдинга, основатель и автор, и разработчик этой технологии Skyway, что инвесторы, пришедшие на стадии разработки технологии, войдут в весь холдинг и будут иметь права на применение технологии по всему миру, а не только в Евразии, да? Поэтому сейчас будет переоформление акционеров Eurasian Railway Systems, которая зарегистрирована в Великобритании, на холдинговую компанию с этим же названием, но это другая компания, Eurasian Railway Systems, которая будет как бы головной компанией в холдинге по привлечению инвестиций. И права, которые получат акционеры в этой холдинговой компании, будут распространяться уже на все континенты, на весь мир. Поэтому, естественно, переоформление будет с коэффициентом, потому что прав больше и акций будет больше, поэтому будет увеличение количества акций, акционеров, которые, инвесторов, которые раньше пришли в одну компанию, а сейчас будут в холдинге. И, естественно, будет вестись единый реестр для всех инвесторов, которые пришли в холдинг. При этом на данном этапе реестродержателями являются в нашей компании, а там будет уже реестродержатель, которого мы заключаем договор, это будет сторонний реестродержатель, и он будет вести реестр, и куда будут все вот перенесены все нынешние инвесторы, акционеры группы компаний нашей.